Вот такая у нас метель. Для французов, ну для южан это просто сущий шок. И как бы рекомендуют деток забирать из школ, поскольку неизвестно, что будет потом. В общем, показывают ауторуты, автодороги, которые, ну, для них, как говорится, замело снегом. Для нас, конечно, это и, ну, и близко такого нету, короче говоря. Ну, в общем, показываю вам снег и иду забирать свою дочку из садика, поскольку, когда алерта руж, советуют забрать детей, потому что следующая алерта, ой, алерта оранж, и следующая алерта, это алерта руж, это штормовое предупреждение первой степени, самое серьезное, и как бы нужно, чтобы все сидели дома, никто никуда не выходил. Вот так вот, можете, конечно, посмеяться над таким снегопадом, но французы к такому не привыкли. Всем большое спасибо, что вы были со мной. До скорых встреч. Пока-пока.